Вызывали, Олег Эдуардович? Вызывают, Калачев. Девочек в сауну. Я пригласил тебя по очень важному вопросу. Значит так, 8 марта наша фирма проводит корпоратив для сотрудников. Ты займешься его подготовкой и проведением. Олег Эдуардович, это выходной. Мы собирались с женой сходить в ресторан. Вот, очень хорошо. Совместишь приятное с полезным. Олег Эдуардович, вызывали? Вызывал. Познакомься, Галачев, это Катя. Она поможет тебе в подготовке корпоратива. Вопросы есть? Уже нет. Катя! 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 Паша, что здесь происходит? Паша, кто такая Катя? Кто такая Катя? Ты что молчишь? Значит, Катя, это ваш бухгалтер, и ей 60 лет. Ну, во-первых, не Катя, а Екатерина Сергеевна. Mm. Я выбивал у нее деньги на корпоратив во сне. И называл ее милой. Гугусик, ты не представляешь, как сложно что-то выбить из нашей бухгалтерии. Спи, спи. Спи, родная. Так, сейчас быстренько перекусим и пойдем с тобой померяем вот ту колочку, которая тебе, по-моему, очень-очень-очень. Все, ты с ума сошел? Она же 5000 стоит. Прекрати экономить на себе. Вот так. Сева, знаешь что? Ходить с тобой по магазинам как с другом гораздо приятнее, чем как с мужем. Да. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Спасибо. Мы же договорились с тобой, мы теперь только друзья. Конечно. Извини, что ты? О чем? Можешь не извиняться. У друзей должна быть своя личная жизнь. Она тебе нравится? Ну, симпатичная. Извини. Прекрати извиняться. Просто пойди и познакомься с ней. Да ты что, мои навыки знакомства закончились лет 20 назад, как раз на тебе. Так что я не могу. Ясно. Жди. Том. Девушка. Здрасте, вот это. Ее зовут Рита. Позвони ей. Том, ты как это? Очень просто, по-дружески. Просто сказала, что я твоя сестра, а ты одинокий, положительный, но очень скромный мужчина. Спасибо за ужин. Я отлично провела время. И спасибо, что проводил. Как я мог поступить иначе? Ведь я тоже здесь живу. Мне завтра рано вставать. Севка попросил помочь. Предпраздничная суета. Понятно. 8 марта – лучший повод подарить душевую кабину. Типа того. Спокойной ночи. Пока. Только этого саундтрека мне не хватало. Колян! Завязывай! Ну, и почему ты ее не поцеловал? Испугался. Понимаешь, я так долго пытался доказать Лизе, что я не похотливое животное, а нормальный человек. Значит, ты чего, не хочешь с ней секса? Хочу, но с продолжением. То есть не один раз, а два? Вот чтобы она так не подумала, я решил, что первый поцелуй должен быть максимально романтичным. Представляешь? 8 марта. Я веду ее в ресторан. Потом мы садимся в карету и мчим на Воробьевы горы. Я открываю бутылку шампанского. В небо взлетает салют. И я ее целую. Блин, заболтал ты меня. Мне еще карету заказывать. Спасибо, что помог мне принять товар. Романтик. Блинчики вообще супер. Медвежонок, не подлизывайся. Ты же знаешь, что они из супермаркета. Ну, значит, ты их вкусно разогреваешь. Очередная Катя? Ну, это то же самое, Катя, то же самое. Ей надо, видимо, что-то подписать. Да, алло, Екатерина Сергеевна. Вообще-то я Павловна. Да, да, конечно, подъеду и все подпишем.
То есть 60-летнего бухгалтера ты записал в телефоне как Катя? Ну, просто так помещалась на экране. Хорошо. Я еду с тобой на работу. К твоей пожилой Кате. Привет. Привет. Представляешь, у меня было свидание с той официанткой из ресторана. А ты что, похвастаться пришел, да? Нет, я за дружеским советом. А. Слушай, не знаю, чего ей подарить. Прям не могу выбрать. Вот купил и не могу понять. Смотри, вот это, а? Или вот. Знаешь, Тева, я не хочу копаться в нижнем белье твоей девушки. Почему? Ты же сама говорила, друзья должны помогать друг другу, а? Или ты мне больше не друг? Я друг. Ну. Дари браслет. Я думаю, что вы еще не настолько близки, чтобы дарить ей белье. Или настолько? Нет. Пока нет. Значит, браслет. Да. Хорошо. Спасибо тебе. Не знаю, что бы я без тебя и делал. Кстати, а это тебе. С 8 марта. Ножиточка. Отличная вещь. Тем более у тебя все ножи тупые. С праздником. Сева, а знаешь что? Подарил ей лучше белье. Я думаю, что это вас быстрее как-то сблизит. Белье? Белье. Хорошо, спасибо. Олесенька, посиди, пожалуйста, пока в моем кабинете, а я посмотрю, на месте ли бухгалтер. Ну, собственно, где же быть бухгалтеру? В бухгалтерии. Пойдем сразу туда. Пойдем? Пойдем. А? Здрасте, Екатерина Сергеевна! Здравствуй, Павлик. Здрасте. Вот видишь, Бугусик, у тебя муж? Самый честный в мире. Ты можешь гордиться мной по дороге домой. А я и горжусь. Луж. Только я не Екатерина, а Мария Сергеевна. Ради бога, извините, Мария Сергеевна. Ну, я имена хуже отчеств запоминаю. А ты ее в телефон как Машенька. Перезабей. Ой, ну не надо ерничать, Олесенька. Я просто перепутал имена и все. Павел, я тут. Катя, не до тебя сейчас. Катя. Елизавета, имею честь пригласить вас отпраздновать Всемирный женский день. Эдуард, мне очень приятно, но я вынуждена отказать. Почему? Я чем-то обидел тебя. Нет, меня обидел тот, кто придумал этот дурацкий праздник. Роза Люксембург? Нет, просто меня бесит, что все вы, мужики, 364 дня в году ведете себя как законченные эгоисты. И один день корчите из себя джентльменов с набором банальностей. И все это с таким лицом, будто делаете нам одолжение. Я не делаю. Вернее, это не одолжение. И я терпеть не могу банальности. Да ну. И какой же сюрприз ты мне приготовил? Наверное, мы пойдем в ресторан, потом на лимузине поедем на Воробьевы горы, а там сначала шампанское, потом салют, или салют, а потом шампанское. А? Веришь, лимузина даже в мыслях не было. Неужели ты решил удивить меня чем-нибудь романтичным? Например, посадить на воздушный шар и увезти в Париж, да? На воздушном шаре 8 марта холодно. В мозгах ваших мужских холодно от пустоты. Короче, в этот день я предпочитаю снять какой-нибудь корпоратив. Так сказать, заработать на мужском тщеславии или просто поваляться дома с книгой подальше от всей этой показухи. Ну, если тебе этот праздник не нужен, то мне тем более. Завязывай, без тебя хреново! Гусик, ну я тебе в пятый раз объясняю, мне с ней ничего не было! А чего она тебе тогда снится, Паша? Ну, потому что она тут ходит почти голая и попой своей крутит! Ничем я не кручу! Ой, крутить тебе действительно нечем! Да и вообще, она не мне снится, а моему тестостерону! Креативите! Молодцы! Калачев, ну-ка ко мне зайди! Слушайте, что? У меня с вашим Павлом действительно ничего нет. И вообще он не в моем вкусе. Я толстых не люблю. А Паша не толстый! Паша упитанный! И вообще, ты знаешь что? Еще раз моему мужу приснишься, я тебе вот эти ноги из этой вот недоюбки выдерну! Калачев! Калачев, у меня к тебе просьба. Спрячь вот это, пожалуйста, у себя дома до 8 марта.
Это что, черная бухгалтерия, что ли? Это подарок жене на 8 марта. Почему вам бы его здесь не оставить? Милый! Я где-то у тебя свою помаду забыла. Так, кажется, в каком-то ящике забыла. Кослик, мы вообще здесь работаем? Здесь нет. Вспомнила! Это был не ящик. Это бардачок в машине. Я поехала. Теперь ты понял, почему не здесь? Бери. Привет. Привет. Хочешь чего-нибудь? Хочу. Я, ты знаешь, хочу пригласить тебя вместе отметить 8 марта. Ой, Севочка, я не могу. У меня брат проездом из Тюмени, он не поймет, если я его брошу даже 8 марта. Слушай, а давай я приглашу сестру, а? Устроим двойное свидание. Твой брат женат? Разведен. Отлично, и я тоже. Моя сестра тоже. Севочка, ты гений. Я побежала на работу, ладно? До завтра. Ого! А что это папа у нас тут прячет? Ничего себе! Первый раз подарков за 5 лет будут мне духи. Отражу и обещаю, сразу же тебя надену. Привет, друг. О, Господи, что еще опять? В общем, тут такое дело. Мы с Ритой идем в ресторан, и я хочу, чтобы ты пошла вместе с нами. Ты что, с ума сошел? Может быть, мне еще в постель вместе с вами потом лечь? Нет, в постель не надо. Зачем в постель? Просто к ней приезжает ее брат из Тюмени. Мы хотим поужинать вчетвером. Я, Рита, ее брат и моя сестра. Сева, забудь. Тома, ты знаешь, что такое 3 месяца без секса? А я знаю, это тяжело. Том, Сева, в конце концов, тут сейчас такой праздничный шанс. Ну, знаешь что, я не собираюсь слушать твои сексуальные откровения. Почему нет? Ну, слушай, ну мы же друзья. Друзья всегда говорят о сексе. Это нормально, Том, поверь. Потом ты сама меня с ней познакомила, что тоже нормально. А, вообще-то мы всегда в ответе за тех, кого познакомили с красивой девушкой. Том, ну, пожалуйста, ну, друг, сестра. Я ухожу. А, решила окунуться в атмосферу показухи и тщеславия? Скорее на ней заработать. Какой-то умник решил запечатлеть свое трепетное отношение к жене. Идиот. Мог бы, как я, без всяких заморочек, сидеть на диване с пивом и футболом, да? Дурак ты, Эдик. О, еще какой, сам удивляюсь. Олесь, ты скоро? Видимо, не очень. Паш, мы что-то неважно себя чувствуем. Мог бы и не портить 8 марта маме. Жалко. Так. Ну-ка. С праздником. Ну все, я ушел. Смотри, какой папа у нас молодец. А еще гад и кобель. Где мое платье? Если мы брат и сестра, то мы можем быть погодки. А может быть, даже близнецы. А может быть, мои двоюродные брат и сестра? Привет! А вот и мы. Знакомьтесь, мой брат Лева. Здорово! Я Лева. Очень приятно. Всеволод. А это моя сестра Тамара. Мы с ней близнецы. Двоюродные. Да. Очень приятно. Значит, мы с Тамарой будем парой, а? Очень оригинально.
Хорошо. До свидания. Спасибо. Рита, извини, у меня для тебя есть подарок. Ой. Вот. Так, Севочка. Севочка, ты такой стремительный, такой смелый, другой бы не решился, а ты взял и подарил. Обожаю тебя. А чего? Как говорит Григорьевич, наш мастер с буровой, хорошие трусы лишними не бывают. Лёва! Тамара, а вы давно развелись? Да уж, 5 лет. Правда, до сих пор это тоже забыть не могу. Козлом оказался? Ну, почему же сразу козлом? Просто не сошлись характерами. Братик, не нужно защищать этого мерзавца. Он не изменял. Вот скотина-то! Однажды, на 8 марта, он подарил мне ножиточку. Ножиточку! Ну, просто у Тамары всегда тупые ножи, и поэтому он, видимо, решил подарить. Тамарочка, так я могу сегодня заехать и все вам поточить. Ну, зачем же? Да не надо. У Тамары же теперь есть ножиточка, а? Ну, почему бы нет? Лев, у вас такие сильные руки. Представляю, как вы ими можете точить. Простите, я фотограф на вечеринку. Да-да, вас ждут. Этик. Ну и что все это значит? Это значит, что 8 марта – это не только карета, Воробьевы горы и салют. Прошу. Сейчас мы быстренько перекусим, а через 2 часа мы вылетаем в Париж. Что значит, фотографировать никого не нужно? Ну, если хочешь, можешь пофотографировать меня. Правда, гонорара не будет. Я потратил его на эти билеты. Мне бы хотелось передать микрофон нашему обожаемому, многоуважаемому боссу, нашему дорогому Олегу Эдуардовичу аплодисменты! Дорогие наши женщины, хочу поздравить вас с праздником, потому что вы у нас самые красивые. И поэтому... И поэтому мой муж, дамы и господа, завел себя любовницу! Олеся, ты что? Ты как? Что, слов нет, Пашенька? А деньги на подарки любовницы есть, да? Ты что, какие деньги, какие любовницы? Это я про платье, которое ты в шкафу запрятал! Да это платье, это подарок Олега Эдуардовича, жене его! Да что ты... Какое еще платье? Это... Он мне духи подарил! Духи, а платье было красное. Вот такой. Ах ты! Кобель старый! На молодых подтянула! Да, Козлик, ты чего? Я же только тебя люблю, ну! В смысле только ее? А кто обещал с ней летом развестись и на мне жениться, а? Молодец, Калачев. Очень лихо все организовал. Год у меня без премии будешь корячиться, понял? Год, слышал меня? Медвежонок, я, наверное, домой поеду. В этот... Развлекайтесь. Севочка, пойдем потанцуем. Ой, Рита, что-то не хочется, правда. Севочка. Ну что, сольемся в медленном экстазе? А почему бы не слиться? Рита, вставай, мы тоже идем сливаться в экстазе. Идем? Севочка. Может, хватит уже позориться?
Я сейчас не понял. Не понял? Я тебе объясню. Руки прочь от попы, матери моего ребенка. Все вы, это моя попа, я сама решу, какие руки прочь, а какие добро пожаловать. Кладите, Лёва, кладите. Невозможно просто, уж. Нет, я не понял. Сева, что происходит? Происходит, Рита, без нравственности. Вначале ей не понравилась моя нажиточка, потом она сливается с этим животным, добывающим нефть. Он же мой брат. Она моя жена! Бывшая! Здрасте. Да, Эдик, удивил. Уж как Сева удивится, когда завтра обнаружит пустую кассу. И какая у нас в Париже программа? Ну, сначала ужин в ресторане на Монмартре, потом на карете едем на Елисейские поля, пьем шампанское и смотрим салют. Шучу, это же Париж, будем делать все, что захотим. Владимир Сергеевич, вы будете делать, что захотите в Москве, а не в Париже. Ну, откуда же я знал, что у меня там штрафов на 10 тысяч? Нет, я, конечно, знал, но я не думал, что это так прилетит, что никто никуда не улетит. Это я виновата. Я так ненавидела этот праздник, что он взял и ответил мне взаимностью. Внимание! Пассажиров, улетающих рейсом 138 в Париж, просьба пройти на посадку. Издеваетесь, да? Ну все. Я не позволю, чтобы какой-то там праздник испортил тебе праздник. Париж будет. Поехали. Так, осторожно, ступенька. Еще. А? Все, открывай. Добро пожаловать в Париж. Представь, что вон там не Краснопресненская, а Монпарнас. А вон там не Кутузовский, а Елисейские поля. А вот это горит огнями не Москва-Сити, а Мулен-Руж. Так что, если очень хочется в Париж, то сделать это совсем несложно. Правда, здесь совсем не по-французски холодно, но... Эдик, пусть там будет Краснопресненская, там Кутузовский, а там Москва-Сити. Главное же не где ты, а с кем ты. И я здесь с тобой, в твоем Париже, мне совершенно не холодно. Вам, может, и не холодно, а я уж задубел. Эдик, я пойду, а то у меня уже пальцы отваливаются. Спасибо, Колян. Вообще-то, это должен был я тебя поцеловать. Ну, это же твой Париж. И здесь ты можешь делать все, что хочешь. Колян, стой! Еще разок. Блин, задрали. А еще в моем Париже на 8 марта женщинам принято дарить цветы. Пусть ты это считаешь банальностью, но... У тебя хороший Париж. Мне в нем нравится. Ну, тогда я мигом. Жди меня дома. Каждый день нас чему-нибудь учат. Например, тому, что нужно доверять своим любимым людям. А, Мария Сергеевна, милая, еще... Паш, ну хватит издеваться. Я клянусь, что больше никогда не буду тебя ревновать. Или тому, что невозможно за один день изменить отношения, которые складывались годами. Тамар, извини меня, конечно, за этот скандал. Настоящие друзья, конечно, так не поступают. Может быть, нам еще рано быть друзьями? Давай для начала попробуем стать хорошими бывшими. А вот и я! А иногда жизнь преподносит такие уроки, которые очень хотелось бы прогулять. Лиза, это кто? Это... Я ее муж. Вопрос в том, кто вы.